В седьмом эпизоде «Избранных» Шоу восстанавливает разговор между Иисусом и Никодимом, записанным в Иоанна 3, где написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый человек не погиб, но имел жизнь вечную». Это место настолько известное, что директор Даллас Дженкинс хотел его точно показать. Показ этой сцены — это большая ответственность. Это почти самая важная сцена из всех, потому что мы хотели точно ее передать. Но если вы сравните эту сцену с Иоанна 3:1-18, то вы увидите, что она сильно отличается. Даже окружение изменено. Реплики добавлены и перенесены. Так что, когда Иисус доходит до слов Иоанна 3:16, они сказаны в совершенно другом контексте. Никодим спрашивает: «Царствие Божие и вправду приближается?» На что Иисус отвечает: «Что говорит тебе твое сердце? Это что, Дисней?» В конце сцены Никодим поклоняется Иисусу, чтобы признать, что Он Христос. Но Иисус говорит: «Что ты делаешь? Тебе не обязательно это делать». Но каждый должен это сделать. Написано: «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедал, что Иисус Христос Господь». Когда им указали на несоответствие, то они ответили: «Так ли было? Мы не знаем, но это модно». Что? Когда Иисус говорил кому-то, что ему не следует поклоняться? Этот ответ будет замечательным слоганом для их шоу. Так ли было? Мы не знаем. Пусть они это разместят на футболках. На одной из продаваемых ими футболок написано: «Привыкайте к иному». Ирония в том, что это иной Христос, не библейский. Не попадитесь на подделку.